Первым Far Cry'ем, вот этими самыми руками я создал практически всю растительность, нескольких персонажей и много других объектов для игры. Во времена кризиса эта задача намного усложнилась, но сегодня я даже представить себе не могу, какие знания нужны для того, чтобы создать хотя бы домик для игры Warface. Создание уровней – это невероятно сложная задача, которая требует работы огромного количества людей из совершенно разных департаментов. И самый первый шаг – это определиться с локацией. Изначально существует некая идея уровня, что это должно быть, что это из себя будет представлять, насколько интересно будет играть на этом левеле. Для начала художник рисует общий план, чтобы мы видели, как целиком выглядит тот город или то место, в котором будет происходить игра, и потом он рисует один из тех элементов, из которых составлена эта местность. Для того, чтобы создать левел, необходимо большое количество объектов, которые левел-дизайнеры потом смогут расставлять и делать из этого тот визуальный уровень, на котором играют игроки. Первым этапом создания уровня является скетч и концепт того, как это будет выглядеть в будущем. Концепт – это план-схема уровня, набросок на бумаге, который, собственно, потом превращается в более уже красивый рисунок, на котором будут обозначены главные участки, главные задачи. Чтобы сделать скетч, наши художники собирают материалы из интернета, различные картинки, интересные факты о том или ином строении, о архитектурном стиле, и после этого создают концепцию левела, что в нем будет, какая геометрия будет использоваться. После того, как этот концепт утвержден, дизайнер выстраивает этот уровень в нашем движке. Этот процесс называется у нас whitebox. После того, как скетчи собраны, левел-дизайнеры пытаются воссоздать объект в примитивах, то есть в неких коробках, на котором можно побегать, поиграть и определить, насколько он хорошо играется и что в нем нужно поменять. Также с помощью примитивов мы можем обозначить, где будут туннели, ангары и тому подобное. То есть с помощью примитивов мы можем построить что угодно. Когда локация закончена, мы начинаем серию плей-тестов, которые помогают нам определить, интересен уровень или же не очень. Потом уровень возвращается в левел-дизайнер, он делает его, снова играем. Собственно, вот этот процесс называется whitebox. После того, как процесс вайтбокса завершен, мы снова возвращаемся к первому шагу. Теперь художники могут начинать строить эти дома, потому что вайтбоксы дают им правильные размеры и пропорции. Изначально низкополигональную модель архитектуры ребята делают в 3D Studio Max. Затем ее экспортят в движок, ставят в правильное место на левеле и затем определяют, как это будет выглядеть, какие текстуры нужны для этого и какие детали понадобятся, чтобы эта геометрия выглядела хорошо. Художник по окружению согласовывает ее с тем скетчем, который уже нарисован, и начинает делать архитектуру согласно данному Art Direction уровня. Меряют все проходы, проемы для того, чтобы было комфортно играть игроку. Затем эту простую геометрию начинают усложнять, добавляя мелкие детали, объекты окружения, трубы, всевозможные проемы, двери, разломы, так, чтобы это выглядело достаточно красиво. Один из основных моментов при создании объектов окружения является подбор текстур и создание более интересных деталей на них. Художник окружения должен нарисовать грязь, плесень, посмотреть, как это будет выглядеть с разных ракурсов и убедиться, что это действительно круто. Как стандартный материал мы берем обычный жилой город, в который нужно добавить эффект войны, например, Афганистан. В Афганистане изначально нет такого разрушения от войны, которое мы пытаемся воссоздать. Поэтому художники берут за основу реальные прототипы каких-то зданий или каких-то хижин, потом добавляют сверху разрушения, чтобы возникало ощущение войны и разрухи. Когда художник
художники завершили работу над всеми объектами, они попадают снова к дизайнерам. И финальная стадия работы – это замена всех серых коробок на завершенный арт. После того, как мы получили эти картинки, мы приступаем к следующей стадии, которая называется Chaos Pass. Открываем уровень, пытаемся заменить эти примитивы на готовый объект. Снова проводим плей-тест, не изменился ли геймплей, и составляем список, грубо говоря, объектов, которые нужны для моделера. Также на стадии Chaos Pass мы пытаемся детализировать уровень разнообразными объектами, такими как бочки, ящики, наметить, где будут окна, где будут ступеньки, чтобы игрок понимал, куда двигаться по уровню, в каком направлении, видеть сразу, где укрытие. Когда стадия First Pass закончена, мы приступаем к следующей стадии – Consistency Pass. На этой стадии мы пытаемся привести уровень в одно единое целое. Отчасти этот пас можно назвать beautification, то есть мы пытаемся сделать уровень красивым, пытаемся уделить внимание мелочам, дополняем интерьеры домов. Также партиклы используются для воссоздания различных эффектов природы. Например, это бегущая речка, какие-то брызги, всевозможные, грязь. В нашей игре даже есть тараканы и мелкие насекомые. Так же, как объекты окружения, мы делаем очень много разнообразной техники. Вертолеты, танки, автомобили, всевозможные противовоздушные ракетные установки и так далее. Впереди вражеский танк! Уходите с дороги! Поставим освещение, которое показывает, в какой локации играет игрок. Если это восток, там будут более желтые оттенки. Надо передать эту атмосферу, чтобы игрок, который попадает на этот уровень, сразу понимал, где он находится. Когда эта стадия закончена, этот уровень можно уже презентовать игроку. Но это не последняя стадия, поскольку есть еще Final Pass. На стадии Final Pass тестеры проходят полностью уровень и ищут всякие недочеты, нестыковки, после чего они присылают нам фидбэк, ответ с багами, которые мы потом чиним. При создании левелов для PvE режима дизайнеры очень тщательно продумывают пути для игрока, таким образом, чтобы игрок мог пройти левел в режиме Forward and Backward. В этом секторе сконцентрированы большие силы Blackwood. Нейтрализуйте их! Achieved with CryEngine 3.